13 января глава исполкома регионального штаба движения «Народный фронт» Лариса Мельник раздала 9 подарков детям из льготных категорий. Прежде всего, да, действительно, это детки льготных категорий, это дети-инвалиды, это дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию, это дети из многодетных семей и из малообеспеченных семей по тем или иным причинам. То есть это дети, которые не могут в полной мере ежедневно испытывать вот радость обычную, поэтому мы дарим ее хотя бы по праздникам. Первыми в этот день свои подарки получили Артур и Белла Митяева. Им вручили карту памяти для телефона на 64 гигабайта и мягкую игрушку в виде собаки. У меня сестра увидела и сказала мне, отправь что-то, ну там желание детей они вот хотели, там несколько пунктов. Некоторые купили сами, а это, говорит, ну напиши, а вдруг как бы повезет. Я ему говорю, сейчас придут подарки, вам будут вручать. Они уже забыли как бы об этом, но все равно им было интересно. Вот они, о, там еще есть камеры. Ну, как бы интересно, естественно, пришли вручить подарки. Далее команда Народного фронта посетила еще 5 квартир, где ребятам достались умная колонка Алиса, платье, обруч, трехколесный велосипед и другие желанные подарки. Всего в пятницу активисты Севастопольского отделения общероссийского движения осчастливили 9 детей. Мартин будет кататься на велосипеде, у него мечта этот велосипед, он только у соседа просил кататься, на соседском велосипеде катался, сейчас будет на своем собственном кататься велосипеде. Это Новый год, 23-й. Счастье у нас прям вообще, на седьмом небе от счастья. Стать участником всероссийской акции каждый год могут дети-льготники от 3 до 17 лет, а также пожилые люди старше 60. Проще всего исполнить свое желание через официальный сайт «Елка желаний», нажав на кнопку «Стать мечтателем». Либо же позвонить в управление соцзащиты, они тоже собирают свои списки. Затем эти списки передаются в волонтерские организации. Как правило, это штаб «Мы вместе». Вот сейчас это происходит уже несколько лет так. Вот. И затем привлекаются к участию в этой акции уже те люди, о которых я сказала выше. И они приходят и снимают вот эти шарики с елки желаний. И, соответственно, на шариках написаны желания того или иного ребенка. Все, мы их снимаем и идем выполнять. В планах регионального отделения движения «Народный фронт» воплощать мечты севастопольцев до середины февраля. Однако, как признается руководитель местной организации, вероятнее всего этот процесс затянется из-за сложности выполнения некоторых пожеланий. Невозможно быстро приобрести какую-то особенную игрушку, гаджет или организовать ту или иную поездку. Антон Шлячков, Юрий Реутин, Севинформбюро.